Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 21, вопрос 3412. Знаете ли вы отца Петра Перекрестова? И что скажете на его ответы в журнале австралийском, который наш батюшка привез оттуда? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Когда в 1992 году я был в США, то встречался с ним в Сан-Франциско и в Джорданвилле, но близкого знакомства не было. Все они были чрезвычайные патриоты в дотах, так что и амбразуры не было видно. А мы всегда находились на нейтральной полосе, понимая, что разделение совершенно не по той демаркационной линии идет. Мы никогда не прекращали посещение богослужений в храмах патриархии. Нас за это все костерили, на чем свет стоит. Мы же с местным епископом Антонием уже тогда вели переговоры о том, чтобы они в храмах поминали митрополита Виталия, а мы патриарха Алексия. Тогда Антонию не разрешили провести сие в жизнь. И что тут новое для нас сейчас? Мы всей общиной ходили 3 раза в году обязательно, а в праздники, кое посреди недели, ходили с благословения батюшки в те храмы патриархийные, к каким ближе наше жилье. Пришли к нашему шалашу хлебать свою лапшу, которую столь буйно и долго развешивали. Об отце Петре могу сказать только внешнее. Он мне понравился, и матушка его, и детишки такие приятные американцы. И вдруг при молве об объединении так эти патриоты сиганули через нас, что присесть приходится, рясами глаза запорошить могут. Ответы на выдуманные, но умные вопросы, ответы отец Петр дает такие, что хотя я и не люблю смеяться, но сидя дома один, от души смеялся. Ай да Петя, ай да молодец! В ответах его столько всего намешано, что боязно отвечать. Главное, всеобщая их слепота, и что и каноны, оказывается, не так они понимали и не знают, кого же поминали и безблагодатными не считали МП, и на соборе не поставили условиям выход МП из экуменизма. Так ведь не допустили эти вопросы поставить в тех условиях. Да пожалеете вы себя, отцы! Сокройтесь и утишитесь. Все, что пишете сегодня, этот позор будут ваши дети и правнуки хлебать и отплевываться. Столько в этих ответах глумления и насмешки. Или на самом деле так понимает, или дурит мозги православным. Никакого Христа как бы и нет. Ни про Иисуса ни разу не вспомнил, ни про Библию, а остальное – горе от ума и беда от умишка, всем горе. Прочту несколько выдержек, выделив некоторые вопиющие его фразы. Цитата. «Поэтому была выбрана форма вопросов и ответов как наиболее доходчивая. Вся заграничная церковная организация считала и считает себя до ныне учреждением чрезвычайным и временным, которое немедленно должно упраздниться по восстановлении нормальной общей и церковной жизни в России». Конец цитаты. Уже более 15 лет восстановлена нормальная церковная жизнь в России.
15 лет тому назад стало возможным возобновить непосредственный контакт с центральной церковной властью в России. Более 15 лет официально упразднена в России безбожная власть. Поэтому, если мы считаем указ номер 362 канонической основой нашей русской зарубежной церкви и руководствуемся нашим же положением, мы обязаны войти в контакт с высшей церковной властью в России, то есть с Русской Православной Церковью Московского Патриархата. Одно дело неформальное, молитвенное и даже на уровне прихожан евхаристическое общение. Другое дело церковное устроение на канонических началах. Чисто формально, если архиереи зарубежной церкви не могут сослужить и причащаться вместе с иерархами и духовенством церкви в России Московского Патриархата, если наше духовенство не может сослужить с архиереями и священниками в России, то можно ли мирянам это делать? Фактически нет. Мы за каждой литургией после евхаристического канона и пения «Достойно есть» поминаем наше священноначалие. Это поминовение определяет, кто мы, и начинается словами: «Во-первых, помяни, Господи, кого же мы первого поминаем? Кто для нас первый? Кто глава нашей зарубежной церкви? Кто же ныне православное епископство Церкви Российской, которое мы поминаем ежедневно за каждым богослужением? Это архиереи России? Если да, то какие, каковы их имена? Это катакомбная иерархия? Если да, то за 15 лет мы смогли бы войти с ней в контакт и выяснить имя ее первоиерарха. Это архиерея российских приходов зарубежной церкви в России. Почему же они поминаются до нашего первосвятителя митрополита Лавра? Возглавляют ли они нашу зарубежную церковь? Это нынешняя иерархия Московского патриархата? Если да, то почему бы об этом открыто не сказать? Православная церковь не знает анонимных или обобщающих формулировок в отношении поминовения священноначалия. Наш нынешний кризис и заключается в том, что мы первым поминаем православное епископство Церкви Российские и не знаем, кто это. Не зная этого, мы не можем знать, кто мы. Люди в нашей церкви, в особенности архиереи и духовенство, сведущие в канонических вопросах, понимают, что зарубежная церковь находится на границе канонической катастрофы. Церковь можно уподобить семье, семье Христовой, или, по слову святого Иоанна Златоуста, семье единородного. Если дети одной семьи между собой в ссоре и не разговаривают, то не нарушают ли они тем самым семью, доверенную им родителями? Если внутри поместной церкви или между поместными церквами нет единства, можно ли говорить о единой церкви? Единство церкви не что-то второстепенное, а сама сущность бытия в церкви. 16 лет прошло с тех пор, как власть в России перестала быть атеистической. На сегодняшний день прихожане русской зарубежной церкви более или менее определились к нынешнему объединительному процессу. К сожалению, полного единомыслия по этому вопросу нет, как и не было единомыслия даже в рядах нашего епископата по вопросу канонизации святых новомучеников российских и в особенности места царственных старотерпцев в сонме новомучеников. В тех кругах, которые довольно активно и непримиримо сопротивляются нынешнему объединительному процессу,
не наблюдается процесс осмысления, роста, понимания нашего положения. И как нам кажется, никакие сроки не помогут им в этом. Как только церковь в России выполняет одно требование, например, отказ от современной молитвы с инославными и осуждение экуменической теории ветвей, так со стороны этих лиц выдвигаются новые требования, например, прекращение всех собеседований с инославными и немедленный выход из Всемирного Совета Церквей. Такие люди, как отметил протоиерей Пимен Саймон на 4-м Всесорубежном Соборе, уподобляются староверам. Только личный опыт, живая встреча с современной православной Русью могут смягчить сердца этих людей и дать им то радостное, светлое, обнадеживающее в церковной жизни России. В наши годы учебы в Святой Троицкой семинарии нам, семинаристам, говорили, что барометр церковной жизни – монашество. Там, где как сектанты, там здоровая церковная жизнь. За 15 лет патриаршества патриарха Алексия II число монастырей в России выросло в 30 раз, с 21 до свыше 600. То есть в России почти в 2 раза больше монастырей, нежели приходов у русской зарубежной церкви. Думается, что ни один противник прославления новомучеников, как за рубежом, так и в России, в настоящее время не может не признаться, что дело прославления было великим делом. Православной церкви чуждо народовластие. Как мы можем поминать патриарха, бывшего агента КГБ? Действительно, в советские годы некоторые иерархи церкви в России шли на определенные уступки. Это не секрет, что когда апостол Павел был еще Савлом, он был ярым гонителем христиан. Однако архимандрит Иустин Попович писал, что мы, православные христиане, являемся истинными учениками Христовыми не потому, что у нас меньше грехов, чем у других людей и народов, и тем, что у нас есть вера, покаяние и смирение перед Богочеловеком, единым, непогрешимым и безгрешным. Этот путь покаяния открыт для всех без исключения. По словам святого Иоанна Крестителя, сотворите же достойный плод покаяния. То есть не словами надо каяться, а делами. Патриарх Алексий принес покаяние. Он, совершая литургию ежедневно, более 300 раз в год, вымаливает и свои грехи, и грехи своей паствы. Для святейшего патриарха Алексия молитва – самое главное в его несении креста предстоятеля церкви, что подтверждается его словами. «Как можно чаще я стараюсь совершать литургию, и в таинствах церковных божественная благодать восполняет и укрепляет немощные человеческие силы». Из интервью журналу «Встреча» номер 19, 1/2005. При его первосвятительстве ежедневно открывается по 3 храма в день. Он, несомненно, заботится о православном просвещении, борьбе с растущей в России пропагандой безнравственности. Он располагает доверием и любовью своего всероссийского клира и народа. Не является ли это плодом покаяния, и можем ли мы это отрицать? Церковь на земле
ища спасения грешников, не изгоняет их из своей среды. Мы должны признать и милостью Божией на четвертом всезарубежном соборе признали, что были совершены ошибки в прошлом, и нам теперь приходится за них платить. В качестве примера одной из таких ошибок на соборе приводилось принятие в состав зарубежной церкви некоторых российских приходов. Возможно, что принятие приходов на территории России было переходной стадией, мостом между русскими на Западе и в России. Но с другой стороны, ведь указ номер 362 патриарха Тихона и наше собственное положение не допускали основания епархии или открытия приходов в России. Также не позволяли они вмешиваться в дела Элладской церкви, имеется в виду хиротонии греческих старостильных архиереев, совершенные иерархами русской зарубежной церкви в 1962 году. Греки-старостильники ныне разделились на многочисленные группы, не признающие ни друг друга, ни кого-либо из поместных церквей и вносящие смущение в церковную жизнь. Их хиротонии не были одобрены митрополитом Анастасием и архиерейским синодом. И только в 1969 году уже при Филарете были подтверждены. Преснопамятный архиепископ Антоний Женевский говорил, что нельзя требовать покаяния от московской патриархии, а с нашей стороны ничего не делать. И мы должны покаяться. В нашей истории есть язвы, расколы Суздальские, Лазарево-Одесские, Пантелеимовские. Конечно, мы не вправе упрекать наших покойных архиереев. Они искренне желали блага церкви. Но, вероятно, и митрополит Сергий Строгородский действовал искренне на благо церкви. Об искренности митрополита Сергия свидетельствуют даже те, кто очень строго судят о его действиях. Как пример можно привести церковного историка Сергея Фирсова, который в октябре сего года дал интервью на радио «Радонеж» и, не одобряя политику митрополита Сергия, однако не сомневался в его искренности и жертвенности. Но даже при искренности бывают ошибки, промахи. Господь нас смиряет и приводит к покаянию, без которого невозможно спасение. Как быстрые и неожиданны были смены патриархов, видно из того, что с 1586 по 1654 год сменилось 54 патриарха. Какой соблазн был для окружающих, для верующих. А жизнь христиан-греков в то время была одним сплошным страданием. Но они не отделялись от своих пастырей и архипастырей. Не уклонялись от посещения храмов, где возносились имена патриархов, назначенных султаном Магометанином. А злоба – величайший грех, непростительный грех, хулана Духа Святого, Духа Любви, Духа Благостыни, и ревностнейший владыка митрополит Кирилл Казанский. В качестве протеста, допускавший непосещение сергиевских храмов, осуждал хуление неразумных хулителей и говорил, что он сам в случае смертной нужды исповедуется и причастится у сергиевского священника. Приходится также напомнить нежелающим смешивать чистую воду с мутной о том, что православная церковь еще во втором веке осудила тех людей, которые не могли допустить пребывания в святой церкви
безгрешного Христа и грешников. Эти люди новоциане упрекали церковь за принятие в общение падших во время гонений. Не будем же мы уподобляться ни фарисеям, ни еретикам новоцинам. В течение 75 лет русская зарубежная церковь соборно не определяла, что такое сергианство. Были определения отдельных лиц, часто очень расходящиеся друг с другом, но соборного общепринятого определения не было. Покойный архиепископ Иоанн, всеми у нас уважаемый и любимый, говорил так: официальная церковь в России, конечно, благодатна, хотя отдельные архиереи ведут себя недостойным образом. Русская православная церковь никогда соборно не объявляла церковь в России безблагодатной. Архиепископ Антоний писал: «Слепые фанатики и неразумные ревнители могут быть недовольны только тем, что иерархи наши, РПЦЗ, никогда не утверждали, что МП безблагодатная, лишена благодати Божией, в силу чего мы принимали всегда в нашу церковь архиереев и священников из НП в сущем сане. Мы верим и знаем то, что любовь Божия пребывает с многострадальными христианами нашей Родины, и даже с теми, которые ищут ее у официально признанных властью священнослужителей и в храмах МП. Если же церковь в России была неканонической, раскольничьей и еретичествующей, тогда бы пришлось признать, что все рукоположения, крещения, таинства, совершенные ею, недействительны. Утверждающие такое должны были бы указать, с которого дня, с которого часа, с какого момента благодать Божия прекратила действовать на Руси. Блаженный митрополит Анастасий, 1953 год. Цитата. Признаем ли мы в принципе действительность рукоположений теперешнего патриарха Алексия I и его архиереев? Но можем ли мы ставить их под вопрос? Тогда мы должны объявить всю церковь без таинств. Говорят, что патриарх Алексей больше погрешил, чем его предшественник. Больше он погрешил или меньше – но мы его рукоположение не отрицаем. Много говорилось об их апостасии, но надо быть осторожными. Прямое обвинение в апостасии едва ли можно сделать. Они нигде не утверждают безбожие. В печатаемых проповедях они стараются держаться православной линии. Они принимали и принимают очень строгие меры по отношению к обновленцам, а с патриархом Тихоном связи не рвали. Лживая политика принадлежит церковной власти, и ответственность за нее падает на руководителей. В данном случае народ не отвечает за линию поведения руководителей, и вся церковь как таковая остается неопороченной. Никто не дерзнет сказать, что вся церковь безблагодатна, но поскольку священники имели соприкосновение с лукавствующей иерархией, сами кривили душой, покаяние необходимо. На четвертом всезарубежном соборе также не был поставлен как условие для единства с церковью в России выход из Всемирного совета церквей. Было выражено церкви в России пожелание о таком выходе. Из обсуждений на соборе видно, что участие РПЦ-МП во Всемирном совете церквей вызывает смущение в среде нашего клира и паствы. Мы с сердечной болью просим священноначале РПЦ-МП внять мольбе нашей паствы о скорейшем устранении этого соблазна. Когда был поставлен вопрос о выходе РПЦ
МП из Всемирного Совета Церквей, владыка сербской православной церкви ответил, что, цитата, «экуменизм – это проблема, но не причина, приведшая к разделению между МП и РПЦЗ. Надо сперва лечить причину разделения, а потом уже другие вопросы, как экуменизм». Митрополит Виталий, 1986 год. «В данное время большинство поместных церквей потрясены во всем их организме страшным двойным ударом новостильного календаря и экуменизма. Однако и в таком их бедственном состоянии мы не дерзаем, и упаси Господь от этого, сказать, что они утратили Божью благодать. Мы провозгласили анафему экуменизму для чад нашей церкви только. Но этим мы очень скромно, но твердо, нежно, но решительно как бы приглашаем задуматься поместные церкви. В этом роль нашей самой малой, скромной, полугонимой, всегда начеку, но истинной церкви. Церковное слово, номер 2, февраль 2007 год, страница с 3 по 14, Петр Перекрестов. Придумали сагу о необходимости быть под одной главой на земле. Папизм злой. Ни те, ни другие ни слова не говорят о соединении с Господом Богом. Сирахова 3.15. Боящиеся Господа не будут недоверчивы к словам Его, и любящие Его сохранят пути Его. 1 Маковейская 13.6. Соединились все народы, чтобы истребить нас по неприязни. Деяния 5.14. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Во мгле печальных заблуждений в тяжелом сне душа была, полна обманчивых видений, ее тоска сомнения жгла. Но ты явился мне сурово, с очей души завесу снял, и вещие промолвил слово, и мрак сомнения разогнал. Явился ты, мой гений грозный, разоблачил добро и зло, и стало на душе светло, как в ясный день зимы морозной. 1847 год. Некрасов.